половому акту к забеременению 20-30. Потом нас повели в баньку по-черному. А когда-нибудь были в баньке? Знаете, что это когда те кипятят в котле у людоеда, а сверху еще посыпают специями. Когда пошли венечки, одно было желание. Тупо, чтоб труп не обезобразили. Потом они сказали, мы тебе сейчас пойдем кунать в озеро. Это ну вот и хорошо. В это время звонит брат Серёгин. Он недоволен. Почему вы не приехали ко мне на юбилей? А нам пора говорить про презервативы. 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 В России самый частый метод мужской контрацепции. А в Китае знаете, какой самый частый метод мужской контрацепции? Стерилизация мужчины. Стерилизация мужчины. Хирургическая в Китае жестко действует. Итак, презерватив. Что мы скажем? В это время звонит брат Серёгин. Он недоволен. Почему вы не приехали ко мне на юбилей? Оказывается, нас сгрузили в соседней деревне. И были мы на поминках. Серёгин, брат, сказал, если вы не приедете, в жизни вам это не прощу. Звонит брат Серёгин, он недоволен. Почему вы не приехали ко мне на юбилей? Первый пункт. Метод эффективный. Но недостаток состоит в том, что презерватив может порваться. Это первое. И второе. Вот давайте мы сейчас, чтобы вы поняли, что чувствует мужчина в презервативе.